Добрый день, дорогие друзья. В это время, которое мы с вами проживаем, хочется сказать, что мы находимся внутри вечности. И у вечности есть свои приметы. В частности, то, что передается из поколения в поколение, как достояние человечества. В данном случае наша территория имеет такие примеры. Я имею сейчас Александра Сергеевича Пушкина. Человека, который смог через 2 столетия принести язык, на котором говорили его современники, и чтобы он был понятен нам. Я понимаю людей, которые время от времени обращаются к мировой классике. Такой классикой, безусловно, является «Пир во время чумы», произведение, знакомое нам с детства, имеющее много интерпретаций. И мне с большим удовольствием хотелось бы предложить вам посвятить время своей жизни взгляду на эту тему режиссера Ольги Дьячковской. Ее театр «Метод», осложненные событиями нашего времени, реалиями, предлагает вам, не выходя из дома, в режиме онлайна, прикоснуться к гению Пушкина и посмотреть, как соответствуют ему наши современники, молодые ребята, которые играют вместе с мэтрами, такими как Святослав Мороз, прекрасный исполнитель-скрипач. Я думаю, что время, отведенное вами, на просмотр этого произведения. Сейчас очень редко бывает, что какое-то событие является произведением. Я вам гарантирую, что это произведение. И вам не жалко будет своего времени для того, чтобы посвятить себя Пушкину и современному взгляду на его творчество. Удачи вам! Будем смотреть вместе!